Happy birthday to you. Happy birthday to you. Это мой новый. Ну как? Ну? Офигеть. Тебе нравится? Да. Смотри, какой модный. Я вижу. Спасибо. На здоровье. Та-дам. Так. С днем рождения тебя! С днем рождения! А дальше? Сейчас другой. Папа. Та-дам! Сейчас бананов. Да. Настю, с днем рождения! С днем рождения! Молодец! Всех, всех! Идем. А кто еще остался у нас? Я самая маленькая и самая последняя. Что тут у нас еще? Подарки! А когда ты? Поворачивайся к нам! Это все подарки от нас. От Махмуда, от Насти, от Дианки, от мамы с папой, самокат. Какой первый подарок будем распаковывать? Та-дам! Да не важно какой. Так, этот, да? Можно это? Да убирай! Разрываем. Открывай! Почему? Все сидят, ждут. Кстати, упаковка синяя, как мальчик. Ну, конечно. Тут зрители у нас. Что хочется? Ну, давай посмотрим последний подарок. Так, давай. Раз, два. Интересно. Вот, вот, вот так вот. Раз, два, три. Он такой. Шапка. Так ты посмотри, какая крутая, с черепом. Одевай. Примеряем. Сразу у нас будет примерочка. Ничего себе, Фер. Не, ну ты, конечно, парень крутой. Это кофта. Кофта. Посмотри, какая классная! Надевай ее. А, да. Подожди, и следующий. А, ну да. И что там еще? Это такие спортивные штаны, тоже с черепами. Посмотри, какие крутые. Это костюм у тебя, кофта, штаны и шапка. Да. Тебе нравится? Да. Круто. Вообще, тебе так классно в этой шапке? Давай. Вообще круто. Оставь, пусть коробку давай. Шапки? Хорошо, я не против. Шлем. Давай. Шлем. Следующий подарок Дианы, от, да? Дианочки, да? Да. А это ты открыл подарок чей? Мамин. Мамин, папин самокат. А, Махмуда. Махмуда. А, это папа и мама. Мама и папа. Ну, тебе понравился самокат? Да. Мальчик, а потом он вечером выйдет, всем покажет новый. Конечно. Самокат. Ты вечером выходишь сегодня? В новом костюме? Да. Давай, открывай. Давай посмотрим, что же в этой коробочке. Рванодробь? Раз, два, три. Класс. Одежда? Опять одежда? Ничего себе! Смотри. Ух ты, какой это... свитшот крутой. Это тоже кофта. С динозаврами. Это свитшот, это свитер. Класс. О-о-о. Тебе нравится? С капюшоном. С капюшоном и смотри, с динозаврами. Да. И... А динозаврами не светится? Не знаю, проверим. Вот. Это еще один спортивный костюм. Посмотри. Это комплект. Тоже с динозаврами, точно. Комплект, Дианка, молодец. Тебе нравится? Да. Круто. Ну вот вообще будешь такой крутой парень. И последний. Одежда все время. И последний подарок. Да, Настя. Что-то Фирас подозрительно смотрит на Настю. Настя, да. Ты ему не сказала, что это случайно? Потому что Настя, Настя, давай смотрим, что там. Я а? Давай.
Я увидел значок Адидас. Что увидел? Значок увидел. Адидас. Интересно, а что же это Адидас? Вытягивай вот за дыры. Вверх ногами. Да, может это просто пранк будет. Палец, вот. Да, тяни. Нет. К себе. К себе. Это пранк. Это пранк или не пранк? Что там? А что это такое? Ну, что это? Кроссовки. Кроссовки Изики. Класс. Это то, о чем ты тоже мечтал. Да. Мы когда подарили Насте такие кроссовки на день рождения, Фирас тоже такой, я тоже хочу. И он постоянно, хочу такие кроссы. Посмотри, они светятся, вот эта полоска сбоку, вот по бокам, она светится на свету. Вот нам на камеру видно, как они светятся. Видишь? А у меня что так не делает? У тебя тоже, у тебя шнурки крутые светятся на твоих изиках. Класс! Все, сегодня так, оденешь... Задник. Задник поправ там что-то. Твой размер, да, нормально? Да, у меня серые. Вот. У Насти белые, у меня серые, а у Фираса черные. Да, но они не черные, они такие вот как... Асфальт. Да, цвета асфальт, мокрый асфальт. Тебе нравится? Да. Он спасибо такой... большое. Он на здоровье. Он такой... А мама такая... А тебе нравится? Он такой... Да! Ну? Тебе нравится? Вообще, посмотри, как круто. Ничего себе. Слушай, у тебя что, 39-й размер? Дорогой мой. Ё-моё. Тебе нравится? Да. Очень. На здоровье. Все, сегодня оденешь новый лук, новые кроссовки, новый самокат возьмешь. И ты куда ушел? Я хожу. Удобно? Мне непривычно. Непривычно? Удобно? Да. Подарки тебе понравились? Очень. Очень или очень? Очень. На здоровье. Спасибо. Ты доволен? Да. Всем привет. Папа там. Всем привет. Доволен устал? Да, доволен очень сильно. Сойди, мы посмотрим. Может, ты оденешь новый лук свой, посмотрим? Да, может, ты. А сейчас у нас еще будет праздничный ужин. Да? Да. Слушай. Да. Я это ставлю. Да. Она мне сказала. Да. Что еще? Суши, пицца. А праздновать Фирас будет. Ждите меня. Давай. Примерился? Ничего. Не, ну, конечно, я не знаю, что сказать. Быстрее. Ой, все хвалит. Не могу наобниматься. Не можешь нарадоваться? Угу. Тебе все нравится? А посмотри, какие крутые шары. Ты в шоке? Да. Ты не ожидал? Тебе нравится такой лук? Вообще, ты так круто смотришься. Просто. Настя, тебе нравится, как Фирас выглядит? Да. Классный лук. Та-дам. Так, давай сделаем пару фоток. Только кроссовки не убивай на самокат. Да чего? Прям там, что купили, чтобы пылинки сдувать с этих кроссовок, да, Фирас? Идем, этот, посмотрите, Фираса шапка в темноте светится. Круто. Так. А сейчас мы запаковываем моему другу, другу Максу подарок. Подарок. У него тоже сегодня день рождения, как у Фираса. Представляете, тоже 5 числа день рождения. Да. Дианочка сейчас идет, ну не сейчас, попозже, мы сейчас поужинаем. Ну не поужинаем, у нас будет праздничный стол. И Дианка попозже, немножечко к 6, она отправляется на день рождения к Максу. Нет. Посмотрите, сначала... какой огромный подарок у Дианы. Мы сначала в гости идем, а потом уже... Ну не в гости, они просто тебя забирают с собой, поэтому мы идем, поздравляем Макса. И ты вместе с ними уже поедешь, а мы тебя вечером заберем. Ага. Ну что, к нам уже приехала доставочка, пицца, суши. Все распаковали. Сейчас уже идет. И мы ждем Фираса, он сейчас тоже удивится. Тише. Смотрите, какая вкуснятина. Та-дам. Пишите, кстати, в комментариях, что больше любите, роллы или пиццу. Ага.
Настя, ты что любишь больше? Ну, я думаю, ты салат. Роллы. Я роллы. И я люблю роллы. Я тоже пиццу. И ты роллы, пиццу. Фирас! Та-дам! Давай! Пам-пам-пам! Где будет именинник у нас сидеть? Возле Амбара. Да, возле Махмуда. Ну, садись, давай. Давай, 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 садись, садись. Тут все, что ты... Все, что ты любишь. Все, приятного аппетита всем. Спасибо. Налетаем. Все, сейчас мы уже с Дианкой идем к Максу. На мою ты тоже не хотел скушать. Так, пошли на 15 этаж. Где 15 этаж? А вот. Кстати, мы сейчас быстро приедем, потому что они на 15, а мы на 21. Это на сколько он ниже нас? 6. А, ну вот на 6. Макс тебя тут встречать будет. Буся, Макс. Днем рождения! Привет! Вы извините, это будет всегда такой злой? С днем рождения, Макс! Спасибо! Будь здоров, счастлив и такой классный парень, как ты сейчас. Понял? Да. Все. Спасибо! На здоровье! Спасибо большое! Это бусинка. Ты готов на день рождения? Да. Все, уже идете праздновать? Да. Красивый, боже, вау. Прям, ну я... Вау, можешь потом. В последнюю очередь взяла, в Гагарин Плаза забрал последнюю. Настя, привет, Настя. Какой подарок, Макс, больше, чем ты. Все, я вам желаю удачи, отдыхайте классно, веселитесь там. Пока-пока. Ну что, забрала Дианочку. Освещение немножко плохое в машине. Ну-ка, мне, вот кстати, вот подарили, ну, такое. Шарик вот такой огромный, большой. Огромный, покажи. Угу, прикольно. Мы сами надували. А, сами, да? Да. Ничего себе, еще и конфетки вот угостили. Шарик, да, угощение, да, взяла с собой. Себе. Много. Ага. Ой, о, такие желеечки, да? Мне в руки так дали, а я такая, что это мне? Смотрите, только что кричала, пошли через площадку на улицу. Дианочка. Ужас. Эй, Диан, встань, не усыпай, мы уже возле дома. Да, Диана, не придумывай, давай. Сейчас помоемся, покупаемся и все, и ляжем. Давай. Еще рано, только 9 часов, еще успеем, котик. Давай, вставай, Диан. Пожалуйста. А то напугала меня.